Время новостей на телеканале «Звезда». В студии работает Олеся Бушунова. Здравствуйте. И сегодня в эфире. Формирование территориальных избирательных комиссий рассмотрели на совместном заседании Президиума Витебского областного совета депутатов и Витебского облсполкома. Утверждены составы областной и окружных комиссий. Время настоящее. Новополоцк принимает 21-й городской молодежный форум. Я думаю, что только мы вместе сможем чего-то достичь, и молодежь нужно объединять. Нужно, чтобы во всем мы участвовали вместе. 7 декабря в Новополоцке открылось здание суда после реконструкции. Изменилось все. Рабочие кабинеты изменились, изменили залы судебных заседаний. Перейдем к подробностям. Один из важнейших этапов избирательной кампании – формирование территориальных избирательных комиссий – рассмотрели на совместном заседании Президиума Витебского областного совета депутатов и Витебского облсполкома. Комиссии всех уровней должны быть сформированы до конца недели. В Северном регионе решено сформировать 232 избирательные комиссии, в том числе областную, 14 окружных, 21 районных, 5 городских и 191 сельских. Они возьмут на себя всю нагрузку по организации выборов депутатов, парламента и местных советов. В состав избирательных комиссий выдвинуто более 1500 жителей Витебской области. Наибольшую активность проявили общественные объединения и политические партии. Их представители составили половину от общего числа претендентов. Утверждены составы областной и окружных комиссий. Задача, которая стоит перед областной и окружными комиссиями, это, безусловно, организация выборов по выборам депутатов в Национальное собрание и депутатов в областной совет депутатов. 25 февраля 2024 года в Беларуси впервые пройдет единый день голосования. Жителям Витебской области необходимо будет избрать 14 депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси и более 2000 депутатов местных советов – областных, районных, городских и сельских. А в Новополоцке 7 декабря образована городская избирательная комиссия по выборам депутатов Новополоцкого городского совета депутатов. В ее состав вошли 11 человек, из представителей общественных объединений 6 человек, а также граждан, выдвинутых путем подачи заявления 5 человек. Городская избирательная комиссия размещается в здании Новополоцкого горосполкома по адресу улица Молодежная, 74, кабинет 101. В Новополоцке 7 декабря торжественно открыли здание суда после реконструкции. Ремонтные работы в Доме правосудия длились порядка 10 месяцев. Сегодня здание городского суда отвечает всем соответствующим современным требованиям. Важно, за время внутреннего преобразования процессы в рамках закона не поставили на паузу. Как обновился Новополоцкий суд, знает Ангелина Лазовская. 10 месяцев плодотворной работы позади. И вот в преддверии рождественских и новогодних праздников работники Новополоцкой системы правосудия получили замечательный подарок – обновленное здание учреждения. Суд вновь возвращается в родные стены. Символический ключ от здания первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Леонидович Калинкович вручает председателю суда города Новополоцка Верташенок Елене Эдуардовне. Сегодня в здании суда оборудовано 3 зала судебных заседаний для рассмотрения гражданских, уголовных и дел об административных правонарушениях. В каждом зале современная техника для ведения процессов. Здесь установлены подсистемы аудио-видеофиксации, протоколирования и видеоконференц-связи. Рабочие кабинеты сотрудников оснащены самой современной техникой. При проведении капитального ремонта, реконструкции и модернизации Новополоцкого суда позаботились и о среде для людей с ограниченными возможностями. На входных дверях залов судебных заседаний, канцелярии и архивариуса имеются тактильные таблички, предназначенные для информирования слабовидящих людей и инвалидов по зрению. Важно, при проводимых ремонтных работах суд города ни на минуту не прекращал своей работы. Суд осуществлял свою деятельность в суде Полоцкого района и города Полоцка. Правосудие не было остановлено ни на один день. Мы осуществляли там свою деятельность. Возможно, некоторое неудобство было для граждан. Приходилось приезжать в другой город. Фактически все работники на местах. Суд уже работает, но
мы уже полноценный прием граждан будем осуществлять с понедельника, с 11 декабря. Укреплению материально-технической базы и оснащению судов Беларуси всем необходимым сегодня уделяется особое внимание. В судебной системе по всей стране постепенно, в ногу со временем совершенствуются условия труда и ведения судебных процессов. Новополоцкий суд тому самый яркий пример. Производим, конечно же, с учетом реальных потребностей и возможностей. Именно тех зданий, где условия и для работы коллектива суда, и, что главное, для граждан, которые приходят в суд за защиты своих прав, нуждаются в серьезном улучшении. Вот один из примеров, вы сегодня видите, это кардинально обновленное здание суда города Новополоцка. Это не самый крупный суд в нашей стране, это не самый крупный суд и в Витебской области, но тем не менее здесь созданы все условия, которые позволяют гражданам и беспрепятственно обратиться в суд и получить судебное решение об охране своих прав. И здесь при модернизации здания были воплощены все на сегодняшний день имеющиеся возможности введения компьютерных технологий в судопроизводство. Это освобождает и граждан, и судебных работников от излишнего бумажного документа оборота, бумажной волокиты. Ну и, конечно же, делает судебный процесс и судебное производство более динамичным, более современным. Обновили. Ну, слава Богу. За проведенную работу по модернизации здания городского суда Валерий Калинкович вручил благодарственные грамоты председателю суда Новополоцка и главному специалисту отдела инвестиций, государственных закупок и материально-технического обеспечения Витебского областного суда. Кроме того, в ходе торжественного открытия судебного здания отметили и строителей, участвовавших в ремонтных работах. В свою очередь, глава Северного региона поздравил жителей Нефтеграда с вновь обновленным объектом в инфраструктуре города. Я думаю, везде должно быть замечательно, будь то больница, школа, суд, военная часть. Поэтому вот это еще один такой кирпичик, еще одна вешка, которую мы взяли в этом году. Я думаю, Новополоцк приобрел тоже со сдачей этого здания, с реконструкцией, с ремонтом. Стал чуть-чуть красивее, чуть-чуть органичнее. И я думаю, все уже ходят и говорят, вот так и должно быть. Это хорошая привычка, я думаю, к этому и надо приучать всех наших людей, чтобы по-другому уже никак никто и не мыслил. К слову, в год Новополоцкий суд рассматривает приблизительно 5000 дел, большая часть из которых гражданской направленности. Ангелина Лазовская, Сергей Пальцев, телеканал «Звезда». Белорусская молодежь – интеллектуальный, научный, творческий, общественный, профессиональный потенциал для будущего развития нашей страны. Нынешняя молодежная столица Беларуси – Новополоцк – это знает не понаслышке. На протяжении вот уже 21 года в городе большой нефтехимии для еще большего стимулирования молодых людей к активному участию в общественно-политической жизни страны и формированию гражданской позиции проводится ставший уже традиционным форум «Время настоящее». В трехдневном слете молодежи в 2023 году также участвуют порядка 20 представителей из городов-побратимов Новополоцка. Центральным событием форума 7 декабря стало награждение победителей масштабного молодежного слета. Их имена знает Елизавета Борбат. В Новополоцком центре культуры сегодня поистине многолюдно. Здесь собрался весь интеллектуальный, научный, творческий, общественный, профессиональный потенциал Нефтеграда. Молодежь – будущее страны. Повод весомый и праздничный. В городе стартовал традиционный 21-й молодежный форум «Время настоящее». Кому как не Новополоцку, городу всесоюзной молодежной стройки, прославлять эту часть белорусского общества, продвигать и развивать молодежную политику. Как это делаем, продемонстрировали в тематической выставке Новополоцк, молодежная столица Республики Беларусь, 2023. У нас замечательная молодежь. И перед началом нашей сегодняшней встречи мы посмотрели выставку «Достижения молодежи Новополоцка». Это тоже о многом говорит. Конечно, это здорово, что у нас такая молодежь. Мы говорим, что это будущее нашей страны. Это не будущее, это настоящее нашей страны. Молодежь у нас хорошая. Мы это видели. Молодежь
заслуженно получила это звание. Конечно, еще рано подводить итоги, еще у нас не закончился год молодежи. Я думаю, мы это сделаем в начале следующего года, но гордиться нам есть чем. Действительно, в Новополоцке делается все для детей, для подростков, для молодежи, чтобы дети чувствовали себя в комфортных условиях. Это и система образования, это и система культуры, это и система спорта. Все, что работает на детей, те безопасные условия, те условия для развития их творческого потенциала, физического потенциала. Действительно, в Новополоцке это все создано и имеется. Вклад молодых людей в развитие Новополоцка и Витебского района сегодня обесценен. Наши ребята из года в год отличаются в общественно-политической жизни города, области и страны, науке, спорте и культуре. И это не остается незамеченным. Традиционно на форуме «Время настоящее» награждают отличившихся по различным направлениям молодых людей Новополоцка. В нынешнем году в списке 10 номинаций, начиная от волонтерства и заканчивая наукой. На победу в 2023 претендовали более 60 человек, однако со сцены сегодня прозвучали имена лишь 10 лучших из лучших. Я отрадна, что именно в юбилейный год Новополоцк стал центром молодежных инициатив, инновационных проектов и мероприятий. Екатерина Майорова, к примеру, в 2023 году абсолютно заслуженно стала лучшей в номинации «Единство сила молодежи». Инженер-технолог исследовательской лаборатории «Эдитек», активный участник и организатор практически каждого мероприятия как на предприятии, так и в самом городе. Особенное внимание уделяет акциям социальной и волонтерской направленности. Во главу же угла в вопросе активной гражданской позиции ставит принципы ответственности и взаимопомощи. Я думаю, что только мы вместе сможем чего-то достичь, и молодежь нужно объединять. Нужно, чтобы во всем мы участвовали вместе. Вот, собственно, этим я и занимаюсь как на работе, так и в городе, собственно. Поэтому думаю, что награда меня нашла. Я очень благодарна, что меня наградили. Каждый человек должен начинать с себя. Поэтому советую каждому прислушаться и начать себя, активно участвовать, и вместе мы сможем чего-то достичь. Было бы неплохо, приятно. И неожиданно. Мы заявлялись с проектом получения диметилдисульфида на базе предприятия ООО «Нафтан». Это такая добавка, которая широко применяется в разных направлениях, если по-простому. И мы хотим организовать ее производство на базе нашего предприятия. 21-й молодежный форум в Новополоцке продлится в течение 3 дней. Завтра, 8 декабря, его участников ожидают практические занятия по секциям. В Полоцком вузе и на заводе «Полимира» открытого акционерного общества «Нафтан» состоятся площадки и круглые столы по обмену молодежным опытом. 9 декабря, в День памяти жертв геноцида, молодые люди отдадут дань памяти павшим мирным жителям в годы Великой Отечественной войны на памятном митинге. Елизавета Борбет и Сергей Пальцев, телеканал «Звезда». 6 декабря в агрогородке Захарниче Полоцкого района на месте происшествия целый день работали спасатели и следователи. Напомню, 5 декабря в 19:30 в двухэтажном доме прогремел взрыв. Здесь продолжаются восстановительные и спасательные работы. Поврежденные строительные конструкции дома укреплены, доступ людей в опасную зону вокруг двухэтажного дома ограничен. На базе местного дома культуры организованы пункты обогрева и питания для всех специалистов, задействованных в ликвидации последствий происшествия. На объекте работают около 60 человек, сотрудники МЧС и предприятия Полоцкого района. Задействовано 8 единиц техники, 25 работников МЧС по укреплению разрушенных наружных стен жилого дома. Сегодня начнутся демонтажные работы. Работниками жилищно-коммунальных служб произведется демонтаж стропильной части, плит перекрытия. После демонтажных работ приступят к восстановительным работам. Ожидаемое время окончания 5 дней. После обеспечения безопасного нахождения на месте происшествия к работе приступила следственно-оперативная группа. Опрошены пострадавшие и очевидцы. По данному факту Полоцким межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, способствовавшим произошедшему. Специалисты Полоцкого горотдела по чрезвычайным ситуациям оказывают необходимую психологическую помощь жильцам пострадавшего дома. Одного из пострадавших, 47-летнего мужчину, которого спасатели вытащили из-под завалов, перевели в районный центр для дальнейшего лечения.
Сахарницы, чернильницы, флаконы от духов в виде зверей и растений, кованые вещи, половики и не только. В Новополоцком музее истории и культуры города заработала уникальная выставка «Вяртання Давидоков». Ее приурочили к 65-летию Нефтеграда. Горожан ожидает самый настоящий экскурс в самобытное прошлое предвинья. Подробности у моих коллег. Национальный код белорусов – это люди, их быт, образ жизни, привычки. Через время сегодня мы можем воочию увидеть, как жил и развивался тот или иной регион нашей прекрасной Беларуси. Так, к примеру, прежде чем на левом берегу Западной Двины возвели Новополоцк, здесь располагались деревни, названия которых теперь носят улицы Нефтеграда. В городе Новополоцке у нас представлено 28 изображений людей в народных костюмах на мозаиках, лидирующие. Да? Это наш культурный код. И мы должны рассказать о быте, о духовном мире людей, которые исчезли. Самобытная выставка «Вяртання Давидоков» условно разделена на 6 блоков, связанных с традиционными ремеслами белорусов. Здесь можно увидеть вещи жителей, которые наши предки использовали в качестве кузнечном ремесле плетении. Окунувшись в экскурс в прошлое, посетители познакомятся с укладом жизни наших земляков этих мест, а также узнают много интересных фактов из быта уже исчезнувшего мира. Где-то здесь вещи в основном из 12 деревень, которые находились когда-то на территории Новополоцка, в том числе Подкостельцы, деревни Слобода, Зуи, Праворечье, ну и так далее. Большинство экспонатов, представленных на выставке, датируются началом 20 века. Имеются здесь абсолютно уникальные экспонаты, возраст которых насчитывает более 300 лет. Многие предметы новополоцкий зритель увидит впервые. Чтобы выставка состоялась, во многом здесь свою руку приложили Центр национальных культур Новополоцка и краевед Виктор Бортников. Сегодня мы находимся в окружении тех вещей, которые реально составляют нашу национальную идентичность. Таких вещей еще много. Они сохранялись в наших деревянных домах, у наших бабушек, дедушек. И мне всегда было интересно их собирать. У меня самая крупная коллекция глиняных кувшинов в Республике Беларусь. Более 1000 штук, причем все разные. Я ее собирал в течение 11 лет. Ну и время от времени, когда я куда-то выезжаю в экспедицию, вот, я смотрю, где что лежит. Стеклянные бутылки, кованые вещи, половики, дорожки, глиняные кувшины, портреты предков – все это личные вещи Виктора Бортникова. Часть его неповторимой коллекции о жизни белорусов в северном регионе нашей страны. Впитать культурный код сегодня может каждый новополочанин и гость города. Сейчас уже стало тесно у меня дома, потому что вещи хранятся дома. Вот. И половину коллекции я подарил безвозмездно нашему Новополоцкому музею. В выставочном зале Музея истории и культуры Новополоцка «Вяртання Давидоков» будет работать вплоть до 4 января 2024 года. Окунитесь и вы в неповторимую эпоху прошлого. Капиталина Зинкевич, Максим Корольков, телеканал «Звезда». У меня на этом все. Напомню, просмотреть наши программы можно в любое удобное время на YouTube-канале «Звезда». Актуальная информация также в наших аккаунтах в социальных сетях. Сейчас не переключайтесь, я передаю слово нашим коллегам с телекомпании «Воен-ТВ». Вашему вниманию новости в форме. Это новости в форме. С вами Александр Бикульчик. Добрый вечер. В Минске прошла международная научно-практическая конференция, приуроченная к 75-летию со дня принятия Конвенции Организации Объединенных Наций о предупреждении геноцида и наказании за него. Перед участниками выступили глава администрации президента, государственный секретарь Совета Безопасности, министр обороны, представители судебной власти. В ходе форума прошли пленарные заседания по вопросам фальсификации истории, борьбе с фашизмом, увековечении памяти тех, кто погиб от зверств и издевательств в годы Второй мировой войны. В Москве состоялась встреча начальника департамента международного военного сотрудничества Валерия Ревенко с секретарем Совета министров обороны государств, участников СНГ Юрием Дашкиным. Стороны обсудили аспекты военного сотрудничества, подвели итоги за нынешний год.
В Мариной Горке военнослужащие нового пополнения прошли психологическую полосу. Разведчики действовали в составе подразделения. На дистанции десяток различных преград. Инженерное заграждение, завалы и рвы, задымленное помещение. В ближайшее время бойцы начнут обучение по своим военно-учетным специальностям. Это были новости в форме. Смотрите нас завтра в эфире телеканала «Звезда». До встречи!